Новый туристический сезон в Плёсе в этом году открыли по-олимпийски. Фестиваль «Зеркало» — это скорее для души, а вот для тела гостей и жителей городка на Волге организаторы придумали массу спортивных развлечений. Мероприятие это, значит, больше такой физкультурный характер и направлено в том числе и на привлечение туристов, на привлечение отдыхающих в Плёс. Вот. А здоровый образ жизни и спорт, как бы, это одно из проявлений активного отдыха. К сожалению, немножко подвела погода. Мы надеялись, что будет больше народу. Но вообще, как бы, мы не отчаиваемся. И участники тоже не отчаиваются. Погода их не смущает. Все бодры, веселы, активно участвуют в мероприятиях. Стартовал этот спортдень с мини-марафона. Участники пробежали около 5 километров по городским улочкам и финишировали на набережной. 27:44! Умница! Молодец! Так финишную ленту пересекла самая юная участница забега. Даша признается, сначала хотелось все бросить, но упрямство победило. За волю к победе девочке вручили специальный приз. Это очень было трудно. Я даже некоторое время ходила пешком. Очень болели ноги. Самый старший бегун Алексей Михайлович старается участвовать во всех спортивных мероприятиях, которые проходят в Плёсе. И желает того же молодым. Мне было очень тяжело, но я преодолел. Если честно сказать, где-то пешком, где-то чуть-чуть на велосипеде, но бегом, вперед к цели. Я хочу пожелать вам тоже не останавливаться ни перед какими трудностями, идти вперед, не оглядываясь назад, только вперед. Удачи вам во всем! Следующим пунктом спортивного уикенда стала йога. Прямо на пляже под шум Волги все желающие вместе с профессиональными инструкторами могли расслабиться, а заодно хорошенько размяться. Одновременно такое возможно только в йоге. Йога, она очень специфичная, она отличается от всех других видов вообще. Там, допустим, взять, если шейпинг, пилатес. Здесь работают не только с телом, то есть здесь не только физическая идет нагрузка, но и с дыханием, с медитацией, с расслаблением. И даже очень много меняется и в характере, и в отношении к жизни, и к каким-то вещам. Конечно, не все упражнения у новичков получаются с первого раза. Инструкторы открывают секрет. Ключ ко всему – дыхание. Дыхание, на самом деле, оно помогает в йоге. То есть, когда вы встали, допустим, в асану, чувствуете, у вас идет растяжка, да, дискомфорт, боль где-то в мышцах, связках. Вы делаете вдох, и с выдохом вы прям вот воздух, нужно представлять, что у вас поток воздуха выходит через это место, и это помогает расслабляться. На пляже йога, а на холме, почти в лесу, турнир по пляжному волейболу. Принять участие в нем также могли все желающие. Этот длинный, насыщенный спортивный день в Плёсе только начало сезона активного отдыха в туристической столице нашего региона. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Плёс.